Вот, нашел свое видео старое, прошлогоднее. Советую с ним ознакомиться, чтобы понять, какой я эксперт. Сегодня 5 июля 2018 года. Вот тут отдыхаю на даче. Но я всегда, хоть и на даче, но всегда работаю, потому что обожаю свою работу. Обожаю политологию, социологию. И вот тут сижу сейчас, что-то занимаюсь анализом социально-экономических показателей. Вот, и знаете, пришел к выводу, ну, в следующем году уже будут выборы в Украину, в Украине, выборы президента. Вот, вот почитал тут кое-какие статистические данные, там то все. В общем, туда-сюда там провел анализы когерентные с формулами Безе, по теоремам Шукусе, вот, и что-то выяснилось, что, короче, мой прогноз, кто победит на выборах в Украине, это будет, знаете, кто? Зеленский, да, комик Зеленский, юморист. А все дело в том, что все дело в его фильме про президента, где он играет президента, вот. Он шутил. И вот судя по его... Ну, я читал его социальные сети, изучал его поведенческие факторы. Вот. И, в общем, я пришел к социальному выводу, что он возьмет и захочет стать кандидатом в президенты Украины. Вот. И за счет всенародной любви... И за счет ненависти к Порошенко он станет президентом. Это мой прогноз. Как эксперта, политолога, социолога.